Следующий вопрос, Ахмед. Какие антикризисные меры предприняты руководством компании в связи с пандемией? Ну, естественно, мы не в стороне от всего этого. Это коснулось и нас. Пандемия, это коснулось наших поставщиков в разных странах, потому что у нас и из Китая поставки есть, и конструкции, оборудование, материалов. Есть с Европы, есть Соединенных Штатов Америки. Это коснулось и заказчиков, которые есть у нас и в Шарже, и в Дубае, ну, в Объединенных Арабских Эмиратах и в других Эмиратах. То есть это коснулось всех, естественно, и мы должны реагировать, и мы даже среагировали раньше других. И в частности, мы предприняли все-таки меры по экономии ресурсов, и поэтому все те работы, которые нам необходимо выполнять, и причем даже еще в более сжатые сроки, чем и планировалось, мы там создали рабочие группы, которые будут работать и работают всю рабочую неделю, и даже прихватывать и выходные, и праздники, потому что они на передовой. А те, кто менее загружен, и их работы не критичны, но у нас таких сотрудников тоже много, и те, кто обслуживает инженерный персонал, они переведены на сокращенную рабочую неделю. И таким образом мы до половины затрат по офису, ну там, где работает персонал, в том числе инженерный персонал, ну где-то вдвое сократим, это все-таки существенно. Существенно будет экономия. Но это не отразится на выполнении наших планов и на сроках выполнения этих планов. Но сэкономить деньги, которые нам нужны для других целей в это время. И, естественно, мы где надо ходим в масках. И, естественно, там тщательно моем руки. Если кто-то приезжает из командировок и так далее, с других стран, то уходит на карантин. Если сюда приезжают ко мне на встречу для работы сотрудники, которые общаются, ну, с большим количеством людей, то они здесь уже приезжают и работают в масках со мной. Но те сотрудники, которые работают в Объединенных Арабских Эмиратах, это Шарджа в первую очередь, там, где строим мы инновационный центр SkyWay, то там выполняются все те требования, которые действуют в этой стране. В частности, там нельзя выходить без масок на улице, нельзя там перемещаться в машине больше двух человек. Там. И работать надо в маске, и в офисе нужно находиться в маске. Там и вечером там, и ночью нельзя выходить на улицы, запрещено. Перемещаться только с разрешения и, ну, туда, куда надо, в аптеки, в магазины, на работу. То там эти все требования, естественно, выполняются некосительно, потому что зачем нам нарушать требования, которые установлены в той стране, где мы работаем сейчас. Поэтому мы принимаем адекватные меры антикризисные. И которые, ну, я думаю, пойдут на пользу и нам. Мы многие вещи пересмотрим, уточним. То все бюджеты, в том числе эффективность работы, в том числе производительность. И чтобы понять, кто хорошо, кто плохо работает. И поэтому, ну, возможно, что не все сотрудники переживут антикризисные меры, потому что мы увидим, что можно работать и без них. Зачем лишние деньги тратить на это, да? Поэтому нет худа без добра, как говорится. Когда кризис, то это новые возможности, и надо их использовать. И мы это делаем.
All Star Club. Возможности безграничны.